Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ирина, я специалист инвестиционного департамента компании Альпари. Сегодня мы, как и обычно, по понедельникам поговорим с вами о ПАМ-счетах, о том, как с ними работать, на что обращать внимание и какие счета сейчас актуальны для инвестиций. Анатолий, Виктор, я надеюсь, что ваша паника прекратилась, и вы сейчас и слышите, и видите меня, и все у вас замечательно со связью. Здравствуйте, Евгений. Анатолий, Виктор, вот, замечательно, вижу уже первые плюсы в чате, значит, у всех присутствует и звук, и видео, замечательно. Иногда достаточно подождать 1-2 минуты, а не начинать паниковать, и все будет замечательно. Тем более, что скоро весна, и праздники, и все очень хорошо. Итак, единственное, что огорчает меня в этот день перед началом нашего семинара, то, что сегодня в ходе изменений на сайте немного подпортили рейтинг ПАМ-счетов, и временно не работает поиск по названию и по номеру. Но чтобы мы могли с вами общаться и смотреть интересные для вас счета, я бы попросила вас сегодня в чате, когда вы просите о том, чтобы посмотреть какой-либо ПАМ-счет, указывать номер этого ПАМ-счета. То есть, допустим, вы хотите посмотреть счет Петров Иван и номер этого ПАМ-счета. Номер указан на мониторинге каждого ПАМа в таблице с общей информацией, и вы легко этот номер можете найти. Таким образом, я его, соответственно, смогу открыть у себя, потому что, ну, к сожалению, поиск пока не работает. Поиск обещали починить до конца рабочего дня, так что сегодня уже все будет в норме. Во всяком случае, так нас заверили. Но сейчас перейдем, конечно же, к делу и, наконец-то, к нашим любимым ПАМ-счетам. Давайте к рейтингу, который так себе работает. Игорь, если у вас что-то не работает с изображением, то это, скорее всего, вопрос в вашем плеере. Обычно в таких ситуациях помогает Ctrl F5. Замечательное сочетание клавиш, которое просто спасает. Итак, мы сегодня, как всегда, начнем, естественно, со стандартной отчетности. Наши любимые лидеры роста за период, как всегда, необычно большие проценты, необычно для нормальной стратегии, для нормальной ситуации, в 400-300%, естественно, управляющие супервысоким риском. Счет Людмилы, который у нас на первом месте стоит, интересен, конечно, если мы откроем, я вот заготовила для вас, что счет находится в просадке. При просадке минус 91% уже почти что при ликвидации счет выходит из своей просадки и показывает высокую доходность. Ну, естественно, такие ПАМ-счета – сомнительное удовольствие для инвестиций. Тем более с кредитными плечами под 700 и 500. Ну, так ознакомиться на всякий случай для будущего вполне возможно. Хотя мы заметим, что этому счету 103 дня. Счет-то не молодой, в принципе, но ситуация на нем печальная. Еще один счет с высокой доходностью у нас. Счет Miracle, это 303%, третье место. Ну, тоже мы видим, вырасти он на прошлой неделе вырос, и на этой неделе уже здорово рисует путь вниз. Все как всегда, ничего необычного. И самый молодой из трех счетов, показавших высокие результаты за прошлую неделю, счет Smile, 318%, вот он у нас на втором месте. И на часовых его график выглядит вполне себе симпатично. Но если мы откроем, используем кредитное плечо в начале под 100, дальше он снижает, возможно, управляющий просто разгоняет счет. Такое вполне возможно, но для инвестиций, естественно, мало интереса. И опять-таки, у управляющего есть ник, ник и название отличается. В поиске набираете ник управляющего и ищите его по нику. Но это если говорить о
любителях экстремальных счетов и молодых с огромными процентами, давайте перейдем, как обычно, к нашим основным управляющим, которые находятся в портфелях. Ситуация, конечно, в портфелях сейчас не самым лучшим образом, и в данный момент мы видим с вами отчетность по основным, самым популярным и крупным управляющим. На удивление, счет АВП у нас выходит, пытается, во всяком случае, выйти из просадки. За прошлую неделю он лидер роста, 23,5%. Давайте сейчас непосредственно уже перейдем к этому счету и посмотрим, что же нам этот счет показал. Так, минуту. Отлично. 20, 14, 29. Итак, счет АВП, наша просадка грустная, большая, про которую давно все спрашивают, что же делать с инвестициями в АВП. Если вы сейчас не боитесь и вкладываете на просадки, то надо заметить, что вам, конечно, последняя неделя выдалась очень результативной и положительной, то есть счет пытается выйти из просадки. Но пока выходом как таковым я это назвать не могу. Коррекцией уж тем более это никак не назовешь. Это даже уже какое-то больше похоже на падающий тренд, чем на какое-то движение, попытку роста. Но тем не менее, все так же надеемся на положительный исход этого счета и все, что управляющий вернется к своим прежним показателям. Мой прогноз по этому счету не меняется, ожидаем его как минимум на половине старой доходности, то есть где-то в районе 5000, и только после этого уже рассматриваем для инвестирования в данный момент, пока только болеем за него и надеемся на дальнейший выход. Далее у нас идет по доходности счет Call, почти 5% за предыдущую неделю, то есть мы видим, что управляющий достаточно стабильно шел, что в принципе наблюдалось и предыдущие недели. Можем перейти на его мониторинг и посмотреть, что нам сейчас предлагает управляющий. Вот, в принципе, практически финиш в его просадке с прошлого года, локальной просадки осени. Управляющий его счет чувствует себя прекрасно, полет проходит нормально, поэтому вполне возможно агрессивную часть своих инвестиций вкладывать в данный ПАМ-счет. В данном случае тоже рекомендации наши не меняются. Так, давайте вернемся опять-таки к таблице. АТМ, управляющий, который длительное время находится в просадке, не самый приятный, но достаточно такой пассивный, не так резко, как АВП, и из этой просадки постепенно пытается восстановиться. Мы уже тоже об этом счете говорили не раз. Давайте непосредственно откроем его график и посмотрим, насколько рост в 3% практически за прошлую неделю сказался на общей ситуации данного ПАМа. Итак, мы видим, что, конечно, это уже хорошая попытка выхода из просадки, то есть мы уже обновили предыдущий локальный максимум, то есть восстановили вот эту вот маленькую локальную просадку конца января, и движемся в правильном направлении. Но все-таки чуть-чуть стоит подождать еще восстановления на пару десятков процентов, а там уже возможно рассматривать данный счет для инвестирования. Но, в принципе, управляющий пока держится вполне себе хорошо, несмотря на то, что просадка достаточно глубокая. Итак, далее у нас Петров Иван, со счетом все стабильно, все в порядке, как и
в принципе, бывает у данного счета. Результат чуть менее процента за прошлую неделю. Думаю, смотреть его открывать особого нет смысла, потому что управляющий с предыдущей своей точки практически не сдвинулся, но, как и говорили раньше, что достаточно хорошая точка для входа, то есть он восстановился из просадки и уверенно движется в нужную сторону. Счет Костас чуть более 0,5% у данного счета, то есть немного меньше, чем Петров Иван, но тоже положительный результат. Управляющий торговал больше, чем Петров Иван, но результат, тем не менее, практически на месте. Главное, что он положительный. Давайте его график на всякий случай посмотрим, но тоже управляющего сложно сказать, что что-то принципиально изменилось с прошлой недели, счет в достаточно хорошем диапазоне, для себя практически на максимум, вернее даже не практически, а на максимуме. Тут если уж смотреть уж совсем придираться, то да, конечно, была чуть выше точка, но за все время вполне себе неплохо чувствует. Возможно, такое затишье в виде снижения процентов мы можем считать неким флетом для данного счета и подождать, возможно, управляющий немножко откатится вниз, и тогда уже заходить. Но, в принципе, счет, который должен присутствовать во многих и многих портфелях. И раз мы открыли такой достаточно крупный счет, то я вам сейчас расскажу немножко о том, какие изменения были внесены сегодня на сайт и непосредственно в наш рейтинг, что вам поможет работать в будущем. Теперь вы можете выбрать диапазон дат, в который посмотреть, допустим, часовой график. Часовой график пока максимально можно смотреть на 20 дней, кнопки час, день временно убрали, но, скажем так, больше для того, чтобы проверить, насколько удобно и то, и другое. Возможно, эти кнопки вернем через неделю. Это уже в зависимости от обращений и насколько будет удобно работать клиентам. Но уже нашлись и сторонники, и противники данного нововведения. Но зато, смотрите, мы можем выделить с вами, допустим, просадку, которая была у управляющего 10 мая 2012 года до, даже не так даже, давайте меньше возьмем, вот прям самую середину просадки управляющего возьмем с 4 июня. Так, мы возьмем самую-самую просадку, получается, с 22 мая мы и по 5 июня. И подробно в часах рассмотреть, что же происходило в этой просадке и как уходил управляющий в эту просадку. Резко в один день, либо постепенно, мы уже можем подробнее рассматривать просадки. Естественно, на используемом кредитном плече работает та же схема, и мы можем рассматривать все варианты. Усреднялся, если управляющий, мы можем увидеть, ставить максимальное приближение, и сразу вам система пересчитывает на часовые графики. Насколько удобно тот или иной вариант, это, конечно, как всегда, спорный вопрос, но, тем не менее, сейчас у вас есть такой дополнительный инструмент, и вы можете им пользоваться. Можете диапазон задавать в представленных окошках. Итак, вернемся к нашим управляющим. Отвлеклись немного. Два управляющих, которые не показывали никаких результатов на прошлую неделю, не работали, не торговали, возможно, ждут сигналов для входа рынка, возможно, отдыхают, либо пересматривают свою торговую стратегию. Тем не менее, результат у них нулевой. Счет Сузука у нас на этой неделе без особых движений. Итог за неделю минус 0,5%. Конечно, кто в конце недели зашел, тем меньше повезло. Кто же находится в этом счете уже длительное время, в принципе, ситуация абсолютно стандартная. Давайте посмотрим график этого счета. В принципе, мы увидим, что небольшой откат управляющего, ничего сверхъестественного, все в пределах нормы. Управляющий максимум еще не обновил, так что
перспектив достаточно много. Из просадки основной своей глубокой он вполне себе выше, поэтому ждем от него других положительных результатов, более крупных, чем сейчас. Мистер Голд минус 1%, тоже для управляющего ничего сверхъестественного и особенного, не такие уж большие потери. Стабилити, несмотря на все старые наши показатели, когда он неделю за неделю показывал маленький, но доход, эту неделю закрыл в отрицательной зоне и, к сожалению, небольшой минус, всего лишь в 2% с небольшим, но тем не менее. Зато вполне себе удобная точка для входа. Для таких счетов консервативных не всегда можно дождаться, когда управляющий немного просядет. Сейчас же мы наблюдаем как раз небольшую просадку управляющего и вполне возможно рассматривать его для инвестирования в данный период. Поэтому добавляйте себе в портфель, следите за этим счетом и смело, в общем-то, инвестируйте. Счет достаточно консервативен. И последний счет в этой замечательной таблице – это счет Алекс Че. Прошлой неделе он аккуратненько двигался в нужном нам направлении, но эту неделю мы наблюдаем минус 56%. Понедельник минус 43%, неделя попытка, видимо, восстановиться, и под конец недели все совсем печально. С данным счетом вот прям как по учебнику. История, то, о чем я всегда вас предупреждаю, когда говорят, вот этот вот счет, аккуратненький у него рост, смотрите на то, как управляющий уходит в просадку. Я не раз обращала внимание, что этот счет склонен к усреднению, то есть мы видели на просадках попытки усреднения, и вот он результат таких усреднений. Мы покрупнее поставим, увидим, что падение впечатляющее с 1300% на 500. Счет потерял более половины депозита на прошлой неделе, и вот он, огромный скачок используемого кредитного плеча. Не свойственного для управляющего, мы видим, что были не самые большие, были подъемы загрузки, но тем не менее, таких вариантов мы еще не видели. Что делать с этим счетом, уходить сейчас или нет? То, что управляющий потеряет больше, чем уже потерял, ну, сложно поверить, все-таки, наверное, управляющий будет пытаться восстановиться, тем более своих средств у него не менее 90 тысяч рублей. Стоит ли в него сейчас инвестировать? Я думаю, что нет. Подождем, восстановится, сможет ли он восстановить эту просадку, потому что все-таки такие просадки восстанавливать достаточно тяжело. Вот эти вот падения резкие, экстремальные, они обычно сказываются не самым лучшим образом. Хорошо, если управляющий сможет вернуться к своей торговой стратегии, привычной и контролируемой. Плохо, если, конечно, он продолжит вот это падение, как мы видели со счетом Кулман, когда управляющий периодически возвращался к падению резкому, пытался восстановиться и опять падал. В чате я пока комментариев не вижу, видимо, всем все со счетами понятно, все разобрались, либо у всех вопрос, что это такое номер ПАМ-счета и как же им пользоваться. Из текущих счетов, которые сейчас представлены на сайте, надо отметить, что есть счета, которые неплохо восстанавливаются. Например, Innova Trade, счет достаточно взрослый, счету более 5 лет, при этом
держит марковый счет достаточно консервативного, и мы видим, что в июне у этого счета была достаточно глубокая просадку, в которую счет уходил быстро, но тем не менее он из нее восстановился. И у счета есть перспективы для дальнейшего роста. Тем более сейчас локальная небольшая просадка, вполне возможно, что управляющий покажет дальнейший рост. Счета с пятилетней историей — это все-таки уже что-то, это уже говорит о том, что управляющий умеет восстанавливаться, умеет пересматривать вовремя свою торговую стратегию, чтобы всегда быть на плаву. И еще счет, который тоже был в просадке и сейчас очень неплохо из нее восстанавливается, это счет Матроскин 26. Мы уже говорили в прошлый раз об этом счете, что управляющий привлекателен и тем, что у него вознаграждение всего лишь 15% и установленное кредитное плечо 1,50. То есть управляющий явно не склонен к высокому риску и не жадничает лишний раз. Мы видим, что хоть еще достаточно консервативный, и для таких счетов просадки длительные, это в принципе, ну нельзя сказать, что норма, но такое бывает. Действительно, у консервативных счетов нет свойства выходить резко из просадки. Это обычно прерогатива управляющих агрессивных. Но мы видим, что управляющий очень даже неплохо из этой просадки выходит, без большой скорости, но аккуратненько. И в принципе счет сейчас достаточно интересен для инвестирования в той точке, в которой он находится. Будем надеяться, что управляющий продолжит свое положительное движение, тем более, что мы видим, что последние два месяца, три практически, управляющий не увлекается больше увеличением объемов своих, а постепенно снижает загрузку, и это очень даже хорошо. Так, комментариев я в чате не вижу. Непонятно, то ли чат не реагирует, то ли вопросов у вас нет. В любом случае, раз вопросы я не вижу, то придется... Вот, вижу плюсики от слушателей, возможно, проверяют, все ли работает, но тем не менее. Так, Виктор, вижу Миледи рассмотреть как агрессивный счет. Да, вполне, Миледи мы уже рассматривали не раз ее счета и говорили о том, что Миледи Виктори более интересен, чем второй ее счет, и, конечно, счет агрессивный. Вопрос только в том, что сейчас управляющий находится в просадке, и пока эта просадка такая вот застопорилась, и выхода из нее пока нет. Попытки небольшие есть, но, возможно, есть смысл чуть-чуть подождать. Хотя счет агрессивный, если будет выходить из просадок, то, скорее всего, будет резкий взлет. Поэтому для агрессивной части инвестиций данный счет вполне себе подходит. Тем более, что управляющего мы уже рассматривали именно в этом контексте, и тем более, что из агрессивных счетов это один из самых интересных на данный момент. Так, Альберт, конечно, вы можете открыть вам счет, особенно если у вас есть опыт работы на рынке Форекс, если вы уже торговали и прекрасно представляете себе, что такое торговля на рынке Форекс. Если же у вас нет никакого об этом представления, то лучше сначала научиться на обычных торговых счетах, а потом уже приходите открывать ПАМ-счет. Но не забудьте о необходимости предоставить документы и все оформить. За подробностями, пожалуйста, в онлайн-чат на сайте. Есть ссылка в правом верхнем углу и подробности, что необходимо для того, чтобы открыть ПАМ-счет, вам все расскажут. Давайте посмотрим счет Карлсон. По-моему, мы уже тоже как-то его смотрели. Опять-таки, очень вас прошу, номер ПАМ-счета указывайте, не работает сейчас
поиск по рейтингу, и мне приходится искать вручную. Ну вот Pam Stewart Carlson, мы уже его рассматривали именно в том контексте, что вот эта вот ситуация у счета, когда он резко скакал то вверх, то вниз, на самом деле очень отпугивает. И непонятно, управляющий сменил свою торговую стратегию для того, чтобы вот так вот резко показывать какую-то результативность, либо управляющего уходит управление его счета из-под контроля, потому что мы видим, что резкий рост по сравнению с предыдущей историей, во всяком случае периодом 2013 года, рост загрузки депозита, и вот на самом деле вот этот период меня очень сильно смущает в данном случае. Интересен, если для вас этот счет для инвестирования, то явно не на этой точке. Мы видим, что он очень быстро падает, поэтому лучше подождите, пока он откатится немножко вниз, и уже тогда рассматривайте для инвестирования. Но счет требует постоянного мониторинга, ежедневного мониторинга, иначе вы рискуете оказаться на падении. Благо у него график открыт, график исполнения заявок открыт каждый час, поэтому вполне возможно вовремя вывести свои инвестиции в случае падения. Гусков Виктор, я вам открою страшную тайну. То, что вы написали номер, это номер вашего инвестиционного счета, но не ПАМ-счета. Номер ПАМ-счета на мониторинге ПАМа указан вот тут вот. Сейчас, если посмотрите внимательно, то общая информация по всему ПАМу, и тут номер ПАМ-счета. Вот это номер, а то, что вы написали, это номер вашего личного инвестиционного счета в составе ПАМа. По нему никак не найти. Но если говорить о счете Монтикор, да, да, это он, то тут ожидается примерно такая же ситуация, как была с управляющим Алекс Че, насколько я помню, что это один из тех счетов, который очень экстремально умеет падать. Вот ПАМ-счет SIG, это один и тот же управляющий, и мы видим, что это управляющий, сейчас вот аккуратный ровный рост, но на просадках это увеличение загрузки депозита. И вообще достаточно высокая всегда загрузка, поэтому ситуация такая, как была с управляющим Алекс Че, который я показывала, вполне возможно. На ваш страх и риск инвестировать в такие счета. Удивительно, почему счет имеет всего два знака агрессивности, когда тут явно должно быть все повыше, потому что мы видим, что управляющий увеличивает загрузку периодически достаточно неплохо, так, до 40. Видим, в периодах было у нас тут где-то свеча была достаточно большая, вот она, например. Поэтому будьте готовы к неожиданному исходу с такими управляющими, а еще лучше дождитесь, конечно, архива и посмотрите, что было с его счетами раньше. Так, нет, Виталий, такой функции пока не планируется, ее специально закрыли, потому что инвесторы не понимали, как работает закрытие счетов, поэтому функцию убрали и пока нет. Если вы смотрели, насколько я уже помню, в личном кабинете добавили оповещение и на увеличение доходности, и на уменьшение доходности взамен на закрытие счетов. Морозов FX, управляющий, конечно, просадка не самая приятная на данный момент, и мы видим, что это максимальный относительный убыток. На сегодняшний день та ситуация, в которой находится управляющий, это максимальный относительный убыток.
Из этого мы можем делать вывод, что пока счет не самый привлекательный для инвестирования. Возможно, если он из этой точки восстановится на прежние уровни в 450, да, управляющий тогда выйдет из просадки, но сейчас он только увеличивает свою просадку. Поэтому этот счет пока стоит отложить для инвестирования и ожидать, что будет с ним дальше. Сейчас мы видим, что просадку он только увеличивает, и это не очень радует. Евгений, пожалуйста, номер ПАМ-счета. Еще раз показываю, на мониторинге ПАМ-счета указан номер, вторая снизу строчка. Не работает сейчас поиск, я не могу, к сожалению, найти счет, который вы спрашиваете, без номера. Архив будет в течение нескольких недель. Сейчас, к сожалению, не в приоритете, потому что сейчас в приоритете возвращение на сайт конструктора. После этого уже будет разговор о том, чтобы вернуть архив. Если вы счастливый обладатель портфелей ПАМ-счетов, когда-то сами собирали, либо приобретали из тех, что есть на сайте, то, возможно, вы видели, что появилась дополнительная кнопка «Расформировать». Это значит, что ваши счета, которые находятся в портфеле, станут отдельными инвестиционными счетами. И, соответственно, вы сможете работать с каждым счетом отдельно, но потом обратно эти счета вернуть в портфель невозможно. Так что если решите расформировать портфель, то задумайтесь, что это необратимая функция. Прогноз на неделю? Ну, прогнозы делают на неделю метеорологи. Что вы имеете в виду под прогнозом на неделю? Что будет с ПАМ-счетами? Я не знаю, ровно как и не знает никто. Те счета, которые, на мой взгляд, сейчас интересны для инвестирования, я обозначила. Что касается валютных пар, это вопрос не ко мне, это вопрос к аналитикам, которые ведут непосредственную аналитику по рынку. А прогнозы строить по ПАМ-счетам достаточно сложно. Иногда управляющие торгуют строго в своей стратегии, иногда отходят из стратегии, а иногда эмоции слишком сильно мешают управляющему управлять своим счетом. Поэтому прогнозы здесь делать достаточно сложно, это будет больше похоже на гадание. Мы можем только говорить о том, что было со счетом в ходе истории его работы, но никак не прогнозировать, что же он точно сделает за следующую неделю. Итак, вопросов я больше особо не вижу, и думаю, что мы можем постепенно завершать наш сегодняшний семинар. Работать, конечно, было не очень удобно в плане того, что не работает поиск, но тем не менее, до конца дня все будет у нас работать корректно и хорошо, и вы сможете работать с рейтингом ПАМ-счетов в привычном для вас режиме, тем более, что теперь и на рейтинге еще есть дополнительная ссылка. Вы можете отфильтровать рейтинг по вашему усмотрению, выбрать интересующие вас счета через фильтры рейтинга и отправить своему товарищу, допустим, ссылку на этот отфильтрованный рейтинг. И он получит его именно в том виде, в котором вы сформировали. Достаточно удобно для тех, кто, допустим, хочет рекомендовать своим друзьям, куда он инвестирует и на что он опирается. Спасибо вам большое за внимание. Вопросы, если у вас возникают, то вы всегда можете их задать либо на форуме нашей компании, либо в онлайн-чат, либо прислать на почту pam@alpari.ru. Всем хорошей недели, хороших наступающих праздников и побольше побед нашей сборной на Олимпиаде. Всего доброго!